Смирно! Вольно. Что это? Это анализы крови солдат. Все пакуется и отправляется. И куда же? Куда и они. Траск Индастрис. Пошли, ребята. Я вывезу вас из этого ада. Домой? Не сразу. А это зачем? Чтобы не укачивало в дороге. Мы переводим вас в частную клинику, где проведем еще несколько исследований. Вы ведь не военные. Частное агентство. У нас есть разрешение их забрать. Они едут домой. Ну, полковник, мне кажется, это не вы решаете. Ошибаешься, сынок. Простите, кто вы? Встречный вопрос. Кто вы? Это не мое имя. Я могла и сама. Знаю. Давайте, уходим все. Где Эрик? Теперь я одна.